Всем привет, меня зовут Лена, и я безумно рада вас видеть на своем канале. Во-первых, я одела наушники, сейчас разговариваю в наушниках. Напишите мне, как звук, качество. Это я сейчас нахожусь на улице. Бегу сейчас в водолечебницу на свой гидромассаж. Вот пробегаю мимо детской... сняли. Тут было написано, вон там, где эмблема. Детская дитячая лекарня. Бегу сейчас туда. Ну, девчата, бегу, потому что не могу не рассказать, точнее, да, что было. Сегодня очень плохо спала ночью. Очень, от слова, можно так сказать, совсем. Ой, короче, приснился сон. Приснилось мне такое, знаете, кубло змей. Такое впечатление, что, ну, где-то я в каком-то жилье, но не в своей квартире, но я там ночую. И я настолько боюсь червяков даже, чтобы вы понимали. Поэтому этот сон, я закрою глаза, мне эти змеи перед глазами. И настолько мне прям так, ну вот, противно, да, неприятно было от этих животных. Я всех животных люблю. Вот ужи, я тоже их очень и очень боюсь. Вот мы как на Днепре купаемся, очень часто там они проплывают. Я там визг такой у меня всегда, я так ору, что мама дорогая, папа космонавт. Поэтому очень боюсь. И, ну, я там брала в руки эту змею. Потом еще через, там, ну, сон снится. Потом вижу там еще такие... Ой, у меня сейчас девочки рассказывают, не поверите, у меня сейчас мурашки. Они вот такие, как, знаете, то маленькие. Их детки, их видно. То, ну, вот по квартире, по, ну, помещение какое-то. Не моя квартира, не там, где сейчас я живу. Вот какое-то жилье. И вот они вот так, вот эти детки маленькие плавают. Потом как-то какой-то то ли мужчина, то ли, ну не Ярослав. Какой-то мужчина берет их и, знаете, короче, девочки, это жесть такая снилась. Берет своим ртом рот змеи и отрывает ей зубы. Ой, боже, девочки, это кошмар. Я как вспомнил, кровь какая-то. Ну, в общем, жесть. Я ж бегом. Когда мне снится что-то хорошее, я в сонники не смотрю. Тут же я, конечно, не могла пройти мимо, чтобы не посмотреть, не открыть интернет и не посмотреть сонник. Что это значит? Ну и что я, собственно, нашла? Я сейчас сделала скриншот на своем втором телефоне. Сейчас я вам, если я его никуда не дела, сейчас посмотрю. А мы с вами проходим. Это вы проходили детская поликлиника, а это у нас сейчас мы проходим взрослая поликлиника, она третья. А вот это, девочки, здание, вот это небольшое, это морг у нас. Но он уже не действующий. Сейчас этот морг, ну, он очень долго работал. Я, кстати, даже и женщина, вот, которая здесь работала, она была у меня постоянным клиентом на хот-доге, когда я там начинала свою деятельность, так сказать, трудовую, то, ну, она ко мне приходила. И мне так... Вот это морг. Вот это морг. Короче, сегодня такое, знаете, видео. И она, ну, у меня покупалась. Она вся такая чистенькая, опрятненькая, знаете. Ну, у меня так, знаешь, человек работает в морге, хотя я прекрасно понимаю, что это работа человека. Сейчас идут работы, облагораживание. Ну, вот видите, вот такими дорогой я хожу сейчас на гидромассаж. Своих... Между прочим, в сникерсах. Пришло их время. Помните, я на Банприкс заказывала. Сейчас тоже придет сотрудничество с ними. Тоже что-нибудь себе закажу. Так вот, послушайте, что оно значит. Снится змея. Я вам вбила в Google, видите? Снится змея. Что это значит? Змея олицетворяет мудрость, силу духа и нераскрытые возможности подсознания сновидца. Как трактует сонник, змея означает, что у вас дремлет огромный потенциал по знанию таинственных и загадочных вещей. Много змей в сновидении является в период, когда вам особенно необходима помощь высших сил. Ну, как это понять? Мне необходима помощь высших сил. Ну, тут я немножечко не поняла, что это значит. Но, короче, девочки, короче, это жесть. Вот хожу я уже, сколько, вторую неделю, по-моему, сюда, на гидромассаж. Хочу курс пройти. И здесь не было дороги, не было асфальта. Сейчас уже положили асфальт. Ну и слава богу.
Так что все вот анализы, какие надо. Недалеко от моего дома больница. Но сейчас ходим же мы все. У нас в медицине семейные врачи. Поэтому анализы все выписывает врач. А уже сдаю, хожу либо туда. Боже, как красиво, посмотрите, дерево. Обалденное, да? Как красиво осенью. Здесь тоже. Я вот каждое утро иду и любуюсь. Некогда пофоткаться. Иногда хочется. А вон, смотрите, как здание обвил виноградник. Виноград дикий. Тоже цвет красивый очень. Краски осени. Подивите. Тут тебе зеленое. Тут тебе желтенькое. Тут тебе в крапинку желтенькое. Да? Вот реально классно. Смотрите. Мне нравится телефон. Я думаю, передает такую сочность. Вот там дальше. Боже, меня сейчас моя медсестра убьет. Дева на лазы. Ну вот как можно пройти мимо, не остановиться и не посмотреть? Вот скажите. Раньше, наверное, такого у меня не было. Радости такой. Посмотрите тоже. Вот как так? Как так, люди добрые? Смотрите, какая сочная фотография будет. Буду идти назад. Обязательно сниму. Обязательно. Так, я ж бегу рано, потому что людей в это время практически нету. Так, я записалась как можно раньше, чтобы успевать к себе на работу. И вот третье здание. Вот видите, на таком большом, на такой большой площади у нас три лечебных учреждения, да, так сказать. Детская больница, вот мы проходили, я вам показывала, где эмблема. Потом там же детская поликлиника, здание, где... Тоже я вам только что показывала. Это что? Это третья больница и третья поликлиника. И здесь водолечебница. Здесь есть и записываться, да, амбулатория, это лечение. Ну, в общем, и лечатся здесь, и процедуры проходят. Сейчас я вас, если меня не выгонят три шеи с телефоном, что я записываю. Сейчас мы с вами добежим немножко. Вот лекарня видновного лекувания. Так что пошлите, сейчас быстренько я вас проведу. Без маски вход запрещен. Сейчас никого и нету, поэтому мы с вами проскочим. Так, быстренько. Здесь я делаю фотографии. Видите, на кружевка власть. Утром моют. Все как положено. Сейчас бегу на второй этаж. А раньше я так бежать не могла. Раньше я... Видите, я все в движении с вами разговариваю. Для инвалидов. Так. Все, практически мы с вами прибежали. Никто у меня не спалил мою контору. Сейчас уборка идет вовсю. Есть такие вон картинки красивые. Картины. Вот красивые. Все. Все, девчонки, сюда тоже без маски нельзя. Я побежала. Все, всем пока-пока.